16 мая в Управлении социальной защиты населения города Каспийска состоялось вручение свидетельств о предоставлении безвозмездной субсидии на приобретение жилья. В этот раз обладателями господдержки стали два инвалида и участник боевых действий в Чечне. Эти сертификаты мы будем вручать и дальше. Сейчас в последние годы правительство России, республики очень большое внимание уделяет этому виду социальной помощи. И вот сейчас тоже документацию готовим, направляем в министерство, и, соответственно, принимается решение. И дальше еще в этом году будут вручены, соответственно, сертификаты. Почетными гостями данного мероприятия стали заместитель главы Каспийска Руслан Учакаев, председатель Совета ветеранов Магомед Ариб Якубов и ветеран афганских событий Вагиф Сейханов. Представители госструктур города официально провели церемонию вручения сертификатов и обратились с пожеланиями к их получателям. Сегодня тот день, когда это радостное событие. Я думаю, этот сертификат на пользу вам пойдет и хотя бы какую-то часть проблем ваших жизненных решит. На реализацию данного сертификата дается ровно 9 месяцев. И в течение этого времени получатели соцпомощи должны приобрести жилье в пределах Российской Федерации. Отметим, что оно также должно полностью соответствовать нормам закона и иметь полный пакет документов. По словам директора Управления социальной защиты города Каспийска Джафара Насирова, получить сам сертификат возможно только после проверки и предоставления всех документов. Перечень документов определен, они представляют документы, комиссия выезжает, смотрит условия жилищные, соответственно, составляется тоже акт и получает по очереди это жилье, этот сертификат на жилье. Далее жителям города, которые получили господдержку, рассказали об основных правилах использования сертификата.